мудра – знание. Именно ее часто используют во время медитации. Соедините кончики указательного и большого пальца. Остальные три пальца можете держать прямо или просто расслабить. Действие улучшает концентрацию и память, усиливает интеллект, борется с бессонницей, стимулирует шишковидную и другие железы. Мудра Земли. Соедините кончики безымянного и большого пальца. Остальные пальцы держите вытянутыми. Действие улучшает кровообращение по всему телу, усиливает выносливость, повышает концентрацию при медитации, помогает укрепить слабые кости, внимание, помогает набрать вес тем, кто страдает от недостаточной массы тела. Мудра жизни, активизирующая энергию в организме. Согните безымянный палец и мизинец и соедините их с кончиком большого пальца, в то время как средний и указательный пальцы остаются прямыми. Действие улучшает иммунную систему, улучшает зрение, уменьшает усталость, придает жизненных сил и укрепляет разум. Попробуйте прямо сейчас поставить видео на паузу, попробуйте держать эту мудру в течение 5 минут и напишите в комментариях результат. Мудра воды. Эту мудру нужно взять на вооружение всем женщинам. Оказывает положительное влияние на кожу и убирает следы усталости. Слегка коснитесь кончиком мизинца кончика большого пальца. Остальные пальцы должны быть выпрямлены. Действие поддерживается уровень влаги в организме, помогает справиться с такими проблемами кожи, как сухость, кожные инфекции и угревые высыпания, придает естественное сияние и блеск лицу, снимает и предотвращает любые мышечные боли, помогает при любых спазмах. Мудра воздуха. Согните указательный палец, слегка нажмите большим пальцем на вторую фалангу. Остальные пальцы держите выпрямленными. Действие успокаивает при тревожном состоянии, уменьшает стресс, помогает избавиться от нетерпения и нерешительности. Выполнять до исчезновения симптомов, но не дольше. Мудра солнца. Согните безымянный палец и нажмите на него большим пальцем, выпрямив остальные пальцы. Выполняйте мудру 5-15 минут 2 раза в день. Действие стимулирует щитовидную железу, уменьшает аппетит и помогает похудеть, улучшает пищеварение. А теперь мудра, которую должны знать все. Мудра сердца, или как ее еще называют, мудра спасающая жизнь. Согните указательный палец так, чтобы он коснулся основания большого пальца, а средний и безымянный палец касались кончика большого пальца. Мизинец выпрямите. Действие защищает сердце и стимулирует его заживление. При регулярном выполнении предупреждает стенокардию и инфаркты. Эту мудру необходимо выполнять для профилактики сердечных болезней и даже при острой боли в сердце. Разумеется, это не отменяет обращение к врачу.